Mira ahí, saludo ahí. Video, video, video. A ver, me estaba filmando la luna, mira. Tírale un beso. Y chao. Ah, muy bien. Ya te veí yo. Para allá pasa. Vamos central. Hello. Hello. New way. New way. Prawdopodobnie podobnie 4 godziny, jak każda ma się podrobić. Pierwszy jest z bojowych maszyn, to znaczy na pierwszy zawód nocy. My po tym porynie pamiętamy gromadną furtę. Alex. В этом году 30 печати.
ты хвилин, и папер, и все, и... Sí. А потом все это сдаем. Можно? Да. Hello. English? Yes, no? English. Окей. Не запарились. Что будет в этом году, трудно представить. Да. В этом году жарко будет. Да, но... Yes. Claro. Это у нас медицинская проверка. Проверяет все, включая группу крови, страховка, страховой полис и координаты на случай необходимости. Будем надеяться, что никакой необходимости не будет. Да, здесь мы проходим медицинскую проверку. То есть страховые полисы, группа крови и все необходимые координаты на случай необходимости. В течение этих проверок нам необходимо поставить 28 печатей и подписей. Все довольно-таки серьезно. Рисков много, поэтому это необходимость та, которую требуют организаторы. Каждый экипаж, около 500 экипажей, каждый экипаж обязан пройти именно эту проверку. Да, на самом деле, именно здесь начинается Дакар, именно в этих кабинках, потому что практически все проходят эту процедуру. 28 штампов и печатей, и подписей. Все необходимое проходится здесь. Именно здесь начинается дух Дакара. Что такое простоять полтора часа в очередях и ответить на все вопросы? Я думаю, в принципе, это так, небольшая разминочка. И... Наверное, это еще и дисциплинирует. Машина прошла техпроверку. Уже, в принципе, машина уже в закрытом парке. Сейчас медицинская проверка, административная проверка. И мы сегодня закончим, я думаю. Moi, ce que je pense, de 23 minutes 20, ça fait 44. Je viens de pas multiplier par 34 le coefficient. Attention pour 43. Surgical, rubbing, apparent, non, nothing, allergy. Any communication, if I have it, then I have problem. The same for me, if I can... No! Не кринч. Для нас обычная работа. Несколько раз в год мы проводим подобные технические комиссии, но техпроверки и административный чек на Дакар – это что-то иное. Сегодня здесь сконцентрированы самые лучшие технические специалисты и специалисты своего дела в области организации мировых гонок, мировых серий. Сегодня можно видеть здесь всех звезд. И каждый здесь что-то должен показать. Все, что у него есть, это согласовать документы, страховки, вплоть до
до телефонов в случае там несчастных каких-то случаев, кому обращаться и так далее. Автомобиль мы провели потихому еще в Легавре, когда отправляли автомобиль на корабль. Организаторы это сделали для того, чтобы здесь создавать меньше суеты. Ничего нового, просто на это уходит пару дней. Но организаторы так все расставляют. Видите, суматохи нет. У каждого четко назначенное свое время. Люди идут от одного каунтера до другого. И уже есть понимание, что нужно делать. Я знаю минусы этой машины, знаю плюсы. И сегодня передо мной стоит большая задача со стороны моих коллег технических сложить все воедино и заставить этот автомобиль держаться в гонке достойно, используя все ее ресурсы. Технический автомобиль радикально отличается от того, к чему я привык раньше. Я закрепился уже своим телом в КАМАЗе за эти 4 года, когда работал в команде КАМАЗ-мастер. И сегодня у меня другой агрегат в руках. У него абсолютно другие режимы работы, другие настройки. И есть свои сложности. Я думаю, что эти сложности мы должны превратить в преимущество перед другими и атаковать больше и больше. Мы изменили дизайн, исходя из того, который был сделан изначально. Но тот и был такой пробный шар. Мы присматривались, как будут выглядеть официальные лого наших спонсоров, наших партнеров. И сегодня у нас есть наш единый дизайн для команды. Это наш командный стиль. Полностью темная задняя часть автомобиля с переходом через бирюзовый, через цвет нашего флага в белый. Все автомобили в одинаковой раскраске, легковые и грузовые. Это наш традиционный и наш фирменный цвет. Сегодня мы должны пройти около 20 пунктов. И в каждом пункте мы должны зафиксироваться и получить одобрение. Если же один пункт не получит одобрение, мы не допущены к гонке. Но дело для нас знакомое. Мы не первый раз проходим техком. Мы готовы. Все документы в порядке, автомобили в порядке. Happy New Year, my friend. Thank you. Have a good race. Inshallah. Yeah, inshallah. We will see. I'm not precise. Это самый главный технический комиссар и директор гонки «Дакар». Этот человек решает все, поэтому нужно быть ему поближе. Спасибо, коллега. Спасибо. Короче, вот этот там человеческий. Все еще.